Добрый день! Вы на канале Дмитрий Вахрушин. 2 года назад, в конце февраля или в начале марта, мы в составе местной экскурсии города Сочи отправились в Воронцовские пещеры. Это от Сочи, километров 45, наверное, через Хосту, а потом вверх в горы. Общая длина всей пещерной системы около 12 километров. В нее уходят 4 пещеры, все со своими, конечно, именами, 14 входов, но экскурсия, конечно, проходит по части этой системы, которая оборудована для посещения таких, как мы, обычных отдыхающих. Лестницы, мостики, подсветки создают приятное впечатление и особое, как бы даже послевкусие экскурсии. А легенда о золоте Колчака, якобы спрятанная здесь, окутывает пещеру покрывалом некой тайны. Полюбуйтесь на пейзаже, находящиеся на глубине 66 метров. А, кстати, длина всего подземного путешествия всего 400 метров. Располагайтесь поудобнее и смотрите. Всегда приятно разнообразить отдых такими вот прогулками. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем доброго здоровья. До свидания.